Серия турниров Russian Mini Cup по выездке и конкуру уже пересекла свой экватор и подошла к финалу. С 12 по 14 августа Maxima Stables принял у себя команды, состоящие из тренера и воспитанника. Для самых маленьких всадников проходила тест-посадка. Два дня на выездковом поле всадники выходили сражаться за почетные места. Упорная борьба команд, в составе которых были всадники на пони, их тренера, с очень хорошим большим призовым фондом. И сегодня разыгрались эти соревнования. И победу одержала команда из КФХ Ольгина. Вот, мы их с этим сегодня поздравили. Командный турнир, как всегда, вызывает к себе много внимания со стороны болельщиков. А конкуренция между спортсменами зашкаливала, так как призовой фонд нешуточный – 250 тысяч рублей. География участников обширна. Призеры по выездке поделились с нами своими впечатлениями. Мы ехали, прежде всего, участвовать в соревнованиях. На победу рассчитываем, естественно, каждый раз. Иначе как ехать без расчета на победу? Старались, готовились, ехали, выступили как смогли. Вот, и заняли первое место. Из команды первое место заняли благодаря Алине. Она нас проехала на 70% на пони на своем. Вот, очень молодец, она прям старалась, хорошо очень проехала, долго готовилась к этой езде, уже не первый раз едет. Благодаря ей мы вылезли на первое место. С моим пони изначально были большие трудности с ездой. Мы долго не могли сработаться, но у нас все-таки получилось. И мы долго очень готовились к этому выступлению. И, наконец, все получилось. А с Настей мы проехали ровненько. То есть у нас почти одинаковое количество процентов. И за счет этого мы заняли третье место с ней. Эти соревнования дали очень большой опыт. Ну, тут были очень сложные элементы, которые мы очень долго работали над ними. Трудились много часов потратили. Довольны своим результатом? Я очень довольна своим результатом. Подрастающему поколению спортсменов представилась возможность выступить перед национальными судьями по выездке Анной Елисеевой и Марией Бакановой и получить ценные комментарии. Маленький возраст у нас 4-5 лет. Они выступали вчера и сегодня будут еще выступать. И мы от них многого не требуем, достаточно, чтобы они показали правильную посадку, уверенность посадка в седле. Вот. Ну, конечно же, они все получат пятерки с плюсами, просто чтобы вот они почувствовали эту обстановку соревновательную. Как всегда, Maxima Stables предложил самые разнообразные езды, что позволяет юным спортсменам с разной подготовкой нарабатывать соревновательный опыт и приучаться к взрослым условиям выступления на соревнованиях. Эти соревнования дают возможность получить опыт. И у нас сегодня были езды более сложные, приближенные к международным соревнованиям, чтобы всадники набирали здесь опыт и ехали выступать в Европу и получали там тоже призовые места. 14 августа на конкурном поле тоже разгорались страсти. Маршруты с различными высотами порой ставили команду «Всадник-спортсмен» в сложное положение. Но, как и принято настоящему спортсмену с боевым духом, собраться с волнением и взять ситуацию под контроль. И пройти препятствия чисто. Справились не все, но кому удалось набрать высшие баллы, радовали нас на пьедестале почета. Выступали в командном соревновании на Russian Mini Cup. Мы выступали со спортсменом Самохиной Дарьей, и я выступала Краткевич Дарьей как тренер спортсмена. Достаточно упорно боролись за победу, мы выиграли. Очень хорошо проехали сегодня и спортсмены, и тренера. Достаточно была, ну, сильная конкуренция. Мы очень рады тому факту, что мы выиграли. Здорово, мы сегодня заняли первое место в командном первенстве. Борьба была тяжелая, но вот мы были настроены с самого начала, и у нас все получилось. Ура! Дарья Короткевич и Дарья Самохина разделили место на пьедестале почета с командой КСК «Ромашка». Татьяна Коренева и Елена Стародумова также проехали зачет без штрафных очков. Понравились сегодняшние соревнования. Очень интересный был маршрут, сложный, завязанный. Даже, честно говоря, не надеялись на победу, потому что я первый раз ехала на этой лошади. Но все нам удалось. Мы прошли маршрут чисто, разделили первое место с клубом «Нева». И спортсмен Лена Стародумова выступала по детям на пони. Она уже очень опытный спортсмен, очень часто выигрывает. И мне было приятно с ней посоревноваться вместе в команде.
И, конечно, мы будем сюда приезжать. Очень хороший призовой фонд. Меня даже очень удивил, что у нас в конноспорте могут быть такие призовые фонды. Конечно, приедем на следующей неделе на турнир Кваквапарка за новыми победами. Красотки Найдарии и Шорникова Дмитрию чуть-чуть не хватило до второго места. Выступала за команду КСК «Ромашка». Вместе со мной выступал Шорников Дмитрий из того же клуба, который является моим учеником. Я выступала в командном зачете по старшей группе. Заняли мы сегодня третье место. Планируем приехать на Кваквапарк и побороться за первое место за приз 1 000 000 рублей. Так что давайте, будем стартовать вместе. Команда немного расстроилась, но уже строят наполеоновские планы и подали заявку на участие в Кубке Кваквапарк. Достойную конкуренцию уже готова составить Дарья Самохина. Хочу пригласить достойных соперников на Кубок Кваквапарка с огромным призовым фондом и ценными подарками для детей. Максима Стейблс приглашает к участию всех желающих и будет рада гостям. Следите за нашими новостями на сайте maximaequisport.ru.